Продолжаем разговор, продолжаем вести нашу прямую трансляцию Судака с чемпионата Европы по пирамиде среди юношей и девушек. Второй матч у нас на ТВ-столе. Никита Левада вот сейчас разбивал. Чемпион мира по комбинированной пирамиде. А теперь к столу подошел Евгений Салтовский. Экс-чемпион мира среди юношей по свободной пирамиде. Пишет нам в чате, какова вероятность, что Левада не станет чемпионом Европы. 50 на 50, либо станет, либо не станет. И Миронова, кстати. А вот Миронова не участвует в турнире, кстати. Поэтому все остальные девушки имеют отличный шанс получить такой отличный титул. Не знаю, по каким именно причинам Диана не приехала. Факт остается фактом. Евгений Салтовский у нас продолжает находиться у стола. Традиционно делает он это очень долго. Во время триумфального матча Армена Габриэляна я говорил о том, что сетовал по поводу техники отдельных спортсменов главный тренер белорусской сборной юношеской Януш Маркацинский. Ну, наверное, вот он подразумевал именно Евгения Салтовского. Он сейчас, Женя, спокоен, действует отлично. Очень много зрителей собрал этот матч. Можете увидеть, как окружили юноши и представители делегации наш ТВ-стол. Ну да, это пара фаворитов. Сильнейшая оттяжка. Ну, под свояка-то выйдет, наверное. Тяжело. Но Евгений Салтовский принадлежит к такому роду спортсменов, которые могут из этой вот с левой половины стола положить это на шара чужого в правый верхний угол. Говорил я уже о том, что
несколько необычно у нас ракурс. Пояснил, почему так сделано. Не смогли мы показать обычную фронтальную картинку, уж не обессудьте. Просто условия клуба несколько стесненными оказались. Надеюсь, это не сильно портит вам впечатление от турнира. Замечанием, бедолагам даже сесть не дают. Ну, я думаю, если Никита Левада захочет присесть, то он возьмет стульчик тут неподалеку. Пока он, видимо, рассчитывает на то, что скоро примется сам забивать шары. Но за этим процессом заметен лишь Евгений Салтовский на стартовом отрезке матча. Долго, очень долго он готовится, морозит игру. И сам откровенно признавался, говорит, ну, специально так делаю, потому что как иначе победить этих невероятных кладунов? Партия ския. Ну что, сегодня мы, похоже, идем на рекорд по количеству показанных партий ския на твоем столе. К сожалению, для всех болельщиков Евгения Салтовского, для всех белорусов, даже партия ския и три подряд ничего не говорят. О его игре он может спокойно проиграть в финале. Вчера мы в этом убедились, когда видели второй круг верхней сетки. Вел 3-0 и 3-4, уступил он Косогову, представителю Украины. Тщательная подготовка к вступительному удару. Легкая ухмылка, которая, к сожалению, вам не видно с этого ракурса. Нет, шар не падает. Не, остается на игре. Без проблем. Рослый Никита Левада. Помним мы времена, когда он был заметно ниже ростом. Сейчас уже вымахал. Серьезно, юноша дотянулся и бил специально так, чтобы осуществить подбой. И еще один. Полагаю, сейчас также будет партия ския, только в 3 раза быстрее, чем так, что мы видели в исполнении белоруса. Вижу, да, вижу ваши замечания по поводу рассинхрона картинки и звука с какой-то, с одной из камер. К сожалению, непонятно, чем это вызвано. Вчера вроде бы все было нормально. Ну, могу
пожаловаться на нелегкую судьбу члена съемочной бригады. Постоянно какие-то новые проблемы на каждом турнире. Свои приколы, назовем их так. Вчера в половине города, допустим, пропал свет. Нас непосредственно это не коснулось, но зато интернет-линия была, как понимаете, нарушена. На некоторое время мы пропадали из эфира. Никита Левада еще раз пересчитал шары, все точно, 8. К сожалению, непонятно, чем вызван именно рассинхрон звука нашей трансляции. Увы, извините. Можете отключить звук. Это интересный такой вариант. Думаю, многие и так смотрят непосредственно без звука. Вот им же хорошо. Евгений Салтовский на серии. Вот битка через весь стул. Ну, сейчас главное проконтролировать биток. Ну, выход есть. Свояк. Три ския из трех, это было бы интересно. Mm-hmm.
Есть партия. Никита Левада помогает Евгению Салтовскому собрать шары на столе. Да, даже помощь ростовчанина ничуть не ускоряет этот процесс. Евгений Салтовский убийственен, как удав. Дал я возможность вам посмотреть за игрой без комментариев, без рассинхронного звука, по крайней мере, с моей стороны. Отличную серию проводит Никита Левада. Четкие удары, хорошие выходы, стопроцентная результативность. Остается один шар. Резком влетает он в лузу. 2-2 становится счет. Неудачный разбой любого соперника, любого из соперников приводит к тому, что играется партия с кия. Да, пожалуй, можно прислушаться к мнению тех, кто говорит, да, скучно смотреть такой бильярд. Совершенно безошибочно играют, никакой тактической борьбы, ничего. Выходят к столу, собирают 8 шаров и отходят в сторонку, чтобы посмотреть за такой же серией в исполнении своего соперника. Матч. По 5 минут на партию уходит у спортсменов. Эх, неудачный разбой. Пирамида раскатывается достаточно широко для того, чтобы начать очередную, может быть, 8-шаровую серию. То
хорошо, уже неплохо. Здесь приличная атака в угол. Есть в центр. Вижу вашу просьбу, уважаемый Ворон. Если будет возможность, покажите встречу Омарова. Отдельные замечания, да, выиграет тот, кто поймет разбой. Очень может быть. Чуть меньше минуты на каждый шар тратит Евгений Салтовский. Усыпляет, конечно же, своего соперника, но Никита Левада как будто выпил энергетика. Возвращаясь в игру, складывает 8 ския. Интересно, когда же мы увидим первую ошибку, именно игровую, а не при разбое. Вот она и случилась. Прерывается серия удачных ударов в атаке. И надо заметить, что ничего очень такого простого, стопроцентного на столе не остается. Чужой в угол. Идеальные удары сейчас мы наблюдаем в исполнении Никиты Левады, особо не задумываясь. Достаточно сложный предварительный вот вступительный удар он произвел. Подкатил биток непосредственно к лузе, вторым еще улучшил. Идеально прочувствовал размер стола, быстроту сукна. По силе удара все точно.
придется бить с левой руки. Без каких-то проблем. Как пуля. Ну, честно говоря, могу я, наверное, себе позволить сейчас брать достаточно большие паузы в комментариях. Этот матч можно смотреть просто, не знаю, как пособие. Никита Левада показывает отменную игру. Евгений Салтовский пока что допустил, по сути, только одну ошибку. Пять партий с Кия. Пишет, мол, все-таки надо писать в скобках количество побед, а не максимально возможное количество партий. Не соглашусь, по крайней мере, с тоном это заявление надо писать. Снукерная практика ведения счета имеет такое же право на существование, как и пуловская. Мы для себя выбрали именно снукерную. Это с одной стороны. С другой стороны, именно снукер показывают на Евроспорте чаще любого другого вида бильярда. И для людей, которые впервые будут смотреть нашу трансляцию, такое обозначение счета будет привычнее и понятнее. Очень мощные хлесткие удары. Наверное, это принес Никита Левада из бокса. Занимался он этим видом спорта. За смелость. Несколько приуныл сейчас Евгений Салтовский. Белорус отпускает, похоже, на две партии уже Никиту Леваду, действующего чемпиона мира. Скромничал Никита Левада, ограничился всего лишь тремя шарами. Вытянулся по струнке Евгений Салтовский. Точен, Женя. Настаиваю на том, чтобы это была партия с Кия. Чуть-чуть, совсем ненадолго изменил характер своего поведения у стола Евгений Салтовский. Три шара забил достаточно быстро и активно, в той манере, в которой мы его видели на первенстве Европы среди юношей.
в позапрошлом году на чемпионате мира среди юношей в клубе «Принц» в Москве в прошлом году. Колотил и летал, как будто шальной вокруг стола. Свояк в середину. Нет, для уверенности своячок в угол тонкий, но хороший, красивый. С характерным винтиком. Где становится шар? Ах, нет. Не будет у нас шестой партии ския подряд. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть сбилась серийность, но от этого, может быть, матч станет еще поинтереснее. Помогает Евгению Салтовскому поставить на полку все забитые шары Никита Левада. Явно несколько начало напрягать его это вальяжное поведение усталого белоруса. Чате некто под ником Кот от всей Астрахани передает привет Безносенко. Но я думаю, этот привет его поддержит. Пока что у Безносенко все достаточно неплохо в матче против Омарова. Четыре-три он везет, также играется матч до пяти побед, вы все это прекрасно знаете. Но у нас уже даже образовалась одна пара в 1/8 финала. Эрмен Габриелян, первый матч которого сегодня мы показывали, будет встречаться с Анатолием Дмитриевым. Известный российский спортсмен, который не первый раз участвует в международных соревнованиях такого уровня. Даже вчера шутили мы, мол, сколько же можно постоянно все в юношах и в юношах. Вчера это было позволительно, 1 апреля, хотя многим было не до шуток. Да, абсолютно серьезная у нас здесь борьба. Также в 1/8 финала вышли уже Косогов, Белозеров, два украинца, и Рис из Молдавии. Сыгрывает шара Евгений Салтовский, подравнивает счет на радость всем его болельщикам и на радость зрителям, которые ожидают еще более упорной борьбы в дальнейшем. 3-3. Минимум 2, максимум 3 партии, опять же, увидим мы в этом матче. Пирамида достаточно для того, чтобы начать серию.
Есть атака в середину. Похоже, что неплохо просматривается и уголок. Да, крайние слева шары практически смотрят в лузу. Чуть-чуть не хватило удачи для того, чтобы упал и второй шар. И хорошо, что не упал. Остановился он на продолжение. Молодец. И снова поменялась картинка игры, видите? Уже не морозит матч, не морозит игру сейчас Евгений Салтовский. Активно работает. Да, услышал он меня, потому что я находился вот как раз в одном метре от Евгения. Услышал и вспомнил, да, да, надо же это, немножко помучить соперника. И еще немножко. Вот спустя вечность после того момента, когда я заметил этот шар, Евгений его сыгрывает. Ну что ж, 6 шаров собрал, осталась всего пара. Хорошая кличка Дед Мороз. Забавная такая погремуха, придумана Фоксманом для Евгения Салтовского. Какой-то любопытный вариант отыгрыша придумал Евгений. Нет, похоже, он захотел скатить аккуратно чужого в угол. Не получилось. Дальний свояк из Московочки, как мы знаем. Из комбинированной пирамиды, в которую Никита Левада играет лучше всех в мире. Ну, условно, конечно, так говорим, но помним о том, что титул действующего чемпиона по комбинированной пирамиде принадлежит именно этому юноше из Ростова-на-Дону. Федерации Ростова, кстати, очень большой привет от всего Европейского комитета по пирамиде. Чуть-чуть не выскочил шар. Thank you.
еще один такой же. Да господи, как можно играть, не ошибаясь? С такой длинной дистанции, уверенно. Замах и выстрел. Да, я тоже так хочу. И вы, наверное, тоже. Артистично присел. Да, под аккуратных тихих свечков очень часто приседают спортсмены или кивают головой, мысленно подталкивая шар в лузу. Сейчас у нас самый длительный подход у Никиты Левады. Не может настроиться на удар. Удар непростой, конечно, ответственный. При неудачном раскладе Салтовский соберет два недостающих шара. За эту ошибку и поспешное решение Евгений Салтовский. Мог бы и в другую сторону сыграть свояка. На, подарил, откровенно подарил вот этот цветной шар на столе. Ах, господи, какую ошибку допускает Никита. Трясет Ким, пытается собраться, понять, что же случилось. Да. Удивленно. Не понимая, как такое произошло, поднимает вверх брови. Тонкий свояк. Но не настолько же тонкий, а Женя. Чужой, но резко было очень неприятной, согласитесь. Затянулась у нас седьмая партия. Вот это тактическая борьба, о которой многие мечтали. Соперничество ошибок начинается. Конечно, очень тяжело выдать на гора матч, где все партии будут с кия. Который присутствует вот здесь, непосредственно на близости у стола, судья международной категории, убедил Никиту Леваду снять раз за штраф. Thank you.
Ну вот уже настоящая тактическая борьба у нас начинается. Два шара на столе, счет 7-7. Евгений Солтовский, похоже, нарочито небрежно пустил прицельный шар, биток оставив поближе к борту. Выманивает на атаку ростовчанина. Никита будет атаковать. Да, вот он, чемпион мира по комбинированной пирамиде, скатил свояка и глазом не моргнул. 4-3, Левада впереди. Следующая партия может стать последней для белоруса. Да. Грамотно, жестоко, но справедливо наказал Никита Левада Евгения Солтовского за такой небрежный отыгрыш. Как ни старался Евгений, не удалось ему заморозить игру Никиты. И Женя сейчас очень заметно нервничает. Импульсивный, экспрессивный игрок. И вот сейчас его зацепило. На себя надо злиться, а не на свояка последнего в предыдущей партии. Да, стучит пяткой Кия по полу. Не понимает, как же так? Вот почему с разбоя не падают в эту же лузу? А у Никиты упал. Да, не просто упал, зашел как по рельсам. Да, зрители начинают понемножку расходиться. Понимаю, что сейчас, наверное, будет партия с Кия, последняя в этом матче. Два шара из 8 сыграно. Стрела, чужой угол со средней дистанции. Сильная оттяжка, перевод битка на противоположную половину стола. Может, этот шар там тоже пригодится, посмотрим. Все четко, с подбоем, безошибочно. Это Никита, браво. Да, может быть, надпись спонсора на жилетке. Газпром помогает ему играть с огоньком. Видели ли вы наверняка огонек на логотипе Газпрома? И в движениях, в действиях в игре Никиты сейчас точно такой же. Может, даже еще покруче. Еще один подбой, выход на среднюю. Многочисленные щелчки. Оценили зрители этот удар. Есть. Матч сделан. Никита Левада выходит в 1/8 финала. Но очень скоро мы продолжим. Не уходите далеко. До скорой встречи.